Здравствуйте, это наш первый видеоотчет нашему сыну Саше 7 лет. Диагноз ранний детский аутизм. Но сейчас он, у него как бы такое состояние, у него есть речь в виде эхолалии. Потом не общается с нами, он не играет игрушками, не может попросить. Может повторить слово, да, если услышит за нами, может повторить. Но мы у Давида прошли уже 3 сеанса. Следующие изменения в лучшую сторону произошли. Стал лучше смотреть в глаза, дольше задерживается, смотрит в глаза, как будто что-то хочет спросить или как вот. Потом на прогулке он стал, как сказать, больше по сторонам смотреть. Ну, на людей, на машины. Зашел в магазин, стал показывать на лимонад. Ну, такого не было раньше, чтобы он так. Потом ну, стал меньше истерить. За столом стал, когда ест, сидеть. А то бегал по ложке, ел, убегал телевизор смотреть. Потом опять возвращался, ел ложку. Сейчас он бегает, но он значительно меньше уже. Может просидеть и есть минут 5. Вот, мама дальше там. Улучшилось понимание команд. То есть говоришь, дай телефон из другой комнаты или принеси там что-нибудь. Включи свет, пойдем мыться. Он быстро все это делает. Глазки у него заблестели, он как будто ожил. Стал лучше смотреть в глаза. На занятиях тоже у него как бы понимание улучшилось. И пальцем он уже показывает без моей помощи. То раньше надо было всегда ему придерживать за руку в основном. Тогда он мог выбрать. А как отпустишь, сразу терялся. Сейчас он уже уверенно по картинке тычет. Ну, может ошибиться, но уже не так. Истерики уменьшились. Ну, это в основном на занятии, потому что на занятии он дольше 30 минут не может заниматься и начинает психовать. А у меня наоборот, хочется мне ему добавить, раз занимается ребенок, значит, хочется еще нагрузить его. Ну, это моя, наверное, ошибка, и он начинает злиться. Ну, не истерика, а как бы начинает плакать, конючить, что давай жетон, я пошел отсюда. А стал лучше засыпать. А то сон, это у нас вообще проблема такая была. Могли проснуться в 3, в 5 утра, и без лекарств уже 2 года мы не засыпали. Теперь мы лекарства сняли, и постепенно у нас каждые по 20 минут прибавляется засыпание. Каждый день на 20 минут раньше мы засыпаем. В ночь он, вот, например, сегодня он спал очень хорошо. У нас вот такая гроза была, мы все проснулись дома, а он даже вот как лежал и как спал хорошо. А раньше я даже пошевелиться не могла, он сразу просыпался. Такой был чуткий сон, что вообще невозможно. Потом уснуть не мог долго очень. Мультики стал смотреть, ждать. Раньше у нас день начался с истерики и заканчивался истерикой. То есть, если мультик не тот, у него истерика. Если не поставили вовремя, истерика. И вся жизнь была подчинена этому. И мы все, ну, психовали, естественно. Вчера он только один раз вот на уроке, и сегодня еще только один раз поплакал, и все. Ну, спасибо Давиду, что он нам помогает. Надеемся, что дальше будет лучше и лучше. До свидания. До свидания.